Здравствуйте всем, привет всем. На этом видео я хочу рассказать про свои онлайн-уроки, но не про детали, а именно про саму суть, в чем заключается именно суть этих уроков и какая основная идея. Значит, первое, что я хочу сказать, уроки проходят онлайн. То есть раньше у нас все уроки проходили в мастерской и все прочее, но сейчас такое время. И, соответственно, главная идея – это развить два основных навыка. Умение фантазировать и использовать свое воображение. И второй навык – это умение технически потом вашу фантазию, вот все, что вы напридумывали, уметь нарисовать правдоподобно, реалистично. И, естественно, для этих двух навыков есть специальные упражнения. Вообще, я верю свято, что у любого человека есть вот это вот творческое начало, есть вот эти начальные навыки, просто некоторые их не развивают. И я на своих уроках как раз-таки пробую все это развить. Работа с фантазией, умение придумывать новые объекты, умение в голове мысленно вращать объекты вокруг оси и рисовать их с другого ракурса. Это очень важный навык именно для объемно-творческого, объемного вообще мышления. И, конечно, этот навык я не рассматриваю как конечную цель, то есть быть художником ради того, чтобы просто уметь рисовать. Я думаю, что вообще рисование — это только инструмент для того, чтобы, в принципе, поменять образ мышления. Ну и, соответственно, второй навык — это умение технически рисовать, это знание перспективы, света, тени, базовые понятия анатомии человека, человеческого тела, головы, рук, ног и всего прочего. Это тоже очень важные навыки, поэтому на уроках мы, естественно, их затрагиваем тоже. Очень большое внимание я уделяю скульптуре, лепке, потому что эти два процесса, на мой взгляд, они всегда должны быть связаны, то есть рисование и скульптура. Поэтому, соответственно, на моих уроках это так и происходит. Ну и, естественно, очень важный момент – это связь с преподавателем. Потому что просто смотреть уроки – это одно дело, а когда ты получаешь еще обратную связь от преподавателя, проверку домашних заданий, какие-то замечания, комментарии. Лично я вот, если учусь у кого-то, то учусь именно так. Потому что я не могу просто посмотреть на YouTube видео и все как бы. А что дальше? Поэтому, естественно, у меня есть такой вариант обучения с обратной связью. Но я понимаю, что не всем это нужно. Конечно, не все как соображают, как я. И поэтому есть вариант просто видео, а есть вариант видео с обратной связью. Поэтому, ребята, почитайте информацию на сайте полное. Какие-то там вещи, как план уроков, расписание, какие темы будут затронуты. Это все написано на моем сайте. Читайте, пишите мне сообщения с вопросами, задавайте, спрашивайте вопросы. Я всегда отвечаю, открыт, поэтому не нужно удерживать себе, что вот я там как-то понял по-своему. Пишите, спрашивайте, и будем с вами учиться. Всего хорошего, спасибо. До встречи на уроках.